В наших жизнях человеческих есть один простой секрет. В нас горят и гаснут свечи, и случает тонкий свет. Три свечи. Свеча надежды, веры и свеча любви. Три огня святых и грешных освещают изнутри. Жизнь нетленна, жизнь прекрасна. Но бывает в жизни так, почему-то свечи гаснут. Наступает полный мрак. Ничего вокруг не видно, страшно, холодно, и в ней, в этой темноте, так просто за врагов принять друзей, за любовь принять измену, слепо растоптать цветы. Не пугайтесь истерично, не рубите сгоряча, нужно просто чиркнуть спичкой, и опять горит свеча, и опять душа согрета, и опять светло вокруг, снова тонкий лучик света освещает жизни круг. Друг мой, жизнь под этим небом нужно пламенно прожить. Кем бы ты на свете не был, не гаси огонь души.